А в горах Алматы в честь Дня Конституции провели спортивные состязания. В горной гонке приняли участие порядка 1000 человек, почти столько же болельщиков. Для участников соревнования подготовили дистанцию в 7 километров по подъемному маршруту. Однако алматинских спортсменов такой вызов ничуть не испугал. Сегодня пришел за победой, но по крайней мере только на второе место хотя бы должен приехать. В целом эмоции такие, конечно, волнительные эмоции. Все-таки горочка такая непростая сама по себе. Все мои друзья участвуют, и я не могла не участвовать. Во-вторых, это как бы старт, который пропустить нельзя. И встретить своих друзей, поделиться эмоциями, зарядиться. Мы сегодня пришли с подругами, с коллегами. Бежим до Чимбулака. Участвовала в том году, очень понравилось. Пришла еще раз поучаствовать. На финише спортсменов ждали медали, холодные напитки и горячие овации болельщиков. А тех, кто показал лучшие результаты, наградили ценными подарками. Помимо этого, множество призов было разыграно с помощью лототрона. Завершал спортивное мероприятие яркий концерт. Сегодня у нас были забег, велогонка и скандинавская ходьба. Что касается возрастных ограничений, у нас 14 лет и не ограничено. А призы мы разыгрывали отдых на двоих на разных курортах Казахстана. Также был разыгран спортивный велосипед и очень большое количество других подарков.